Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю видео по посылочке. Хочу поделиться с вами своей радостью. Что-то со светом совсем плохо. Последние ролики. Уже не знаю, как возвращаться с тем светом. Пришла мне посылочка от замечательного человека, блогера, моего друга, от Александра Влог. Я ссылочку обязательно оставлю под видео. Кто не знаком, проходите, знакомьтесь. Саша замечательный человек, замечательный блогер, замечательный друг. Кто еще не успел познакомиться, обязательно проходите, знакомьтесь на его канал. У Саши очень интересный канал. Видео о покупках, о пустышках, о заказах. Даже кулинарные влоги есть. Так что обязательно проходите по ссылочке, знакомьтесь, я вам оставлю. И давайте же покажу, что мне пришло от Саши. Саш, хочу сказать огромное, просто нереально огромное спасибо за эту посылку, за этот подарок. Я была действительно тронута, даже в какой-то степени, в какой-то момент разревелась, как ребенок. Это действительно подарок. Мне очень все понравилось. С огромным удовольствием буду использовать. И давайте покажу, что приехало ко мне. Первое, что ко мне приехал, это был вот такой вот набор от Yves Rocher. Зимняя лимиточка такая вот новогодняя. Давайте я как-то прикрою. Отсвечивает все-таки елка наша. Это была новогодняя лимитка, я так понимаю, набор. Я давно не заказывала Yves Rocher, поэтому могу ошибаться, и вы, если что, меня поправляйте. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, все правильно покажу. Это были вот такие средства. Первое средство, это, наверное, гель для душа. Сейчас мы найдем. Ага. Найдем. Так. Да, это гель для душа и ванна, зимние ягоды. Обалденный аромат. Саша, спасибо огромное. Это просто супер. Я буду с огромным удовольствием использовать. Вот такой вот красивый дизайн новогодний. Обалденный аромат. Ну, Yves Rocher, я думаю, все знают, что это супер средство. Также было жидкое мыло из этой же серии. Смотрите, какая красотень. Следующее. Это был у нас крем для рук зимние ягоды. Вот такой вот шикарный дизайн. Это просто супер. Также был крем для рук снежная ваниль. Вот такой вот малышки. Здесь 30 мл. Посмотрите, какая прелесть. Такой сумочный вариант. Аромат просто, я влюбилась. Это что-то нереальное. Зимнее, так теплое, сладкое. Это просто супер. Спасибо, Саша, огромное. Буду с удовольствием пользоваться. Такая вот красота ко мне приехала. Довольная, как слон. И еще была вот такая мочалка красная, хлопковая. Вот такая интересная мочалочка. Первый раз такую вижу. Саша, спасибо огромное. Буду использовать. Не буду пока открывать упаковочку. Планирую поездку к детям. И поэтому так повезло. Дальше. Сейчас покажу. Это не все, это только начало. Не уходите. Следующий набор. Также был вот такой зимний набор новогодний. Это у нас Арифлейм. Здесь мыло и кремушек для рук. Вот такой кусочек мыла. Я знаю, что он там внутри вроде как в форме цветочка или что-то такое вот интересное. Через упаковку не сильно слышно запах. Ну вот я крем уже открыла, понюхала. Обалденный аромат. Мне кажется, тут тоже ваниль. Очень. Так.
очень вкусно пахнет. Такой вот легкий кремик. Посмотрите. Классный. Ой, приятный аромат. Саш, спасибо большое. Я очень рада. Дальше. Девчонки, вы не поверите. Я была в шоке, когда открыла посылку и увидела два аромата. Первый аромат, я так подозреваю, что это аромат все-таки. Да, это туалетная водичка. 50 мл. Это Oriflame. Вот такая вот водичка. Noctum Golf. Что-то с ногтями. В общем, название. Идеальные ногти или блестящие ногти. В общем, туалетная вода. Женская. Я еще не открывала. Давайте вместе откроем. Так. Где-то я потеряла свой нож. Давайте откроем. Мне интересно, что это за водичка. Первый раз такое вижу. Я не видела в каталогах. Это, видимо, тоже новинка. Сейчас мы откроем. Быстренько. Классно вообще. Прыгала сегодня, знаете, как ребенку дали шоколадку на Новый год. Он прыгает от счастья. Так вот и я сегодня. Это вообще просто шикарный подарок. Сашка, балуешь. Очень-очень балуешь. Так. Сейчас, секундочку. Прошу прощения, девочки. Это водичка. Выглядит она, конечно, очень шикарно, очень красиво. Такой вот флакон. Ничего лишнего, все строго. Классно. Вообще, обалдеть. Так, давайте послушаем. Ой, какой аромат. Что-то... Ну, наверное, цветочно-ягодный аромат. Приятный. Очень приятный. Мне кажется, сейчас он будет даже прям в тему. Именно сейчас, на холодное время. Я слышу и какие-то цветочки, и ягодки, и даже, мне кажется, что-то древесное, что ли. Интересный такой аромат. Очень приятный аромат. Но я вот еще, прошу прощения, на руку многовато брызнула. Сейчас немножко развеется. И, к сожалению, не знаю, какие в нем ноты, но вот я слышу цветы, куда-то уходящая сладость. И что-то такое классное. Очень понравилось, Саша. Спасибо огромное. Интересный аромат. С удовольствием буду использовать. Ну и второй ароматик, Саша. Спасибо тебе большое. Я не заказывала, я не брала. Пока не до заказов, как говорится. Не делала никаких заказов в Avon. Переживала, жалела, что девчонки все взяли вот такой двойной аромат от Avon. Я не брала. И Саша мне прислала. Саша, спасибо тебе огромное. С огромным удовольствием буду теперь использовать. У меня теперь есть эта водичка. Это прелесть. Я так расстраивалась, что у меня его не будет. Очень достойный флакончик у этого аромата. Давайте фольгу сниму, чтобы тут вам не шелестеть сильно. Ой, девчонки, какой же он красивый. Я действительно много потеряла бы. Вот такой шикарный двойной флакон. Я даже не знаю, как его. Наверное, просто вот так ставить нужно. Здесь два аромата. Так. Прошу прощения. Туговато. Пока новенькая крышечка. Первый ароматик вот такой. Ой, какая прелесть. Приятный. Очень нравится. И второй аромат. Вы знаете, этот прям в моем более нежный, желтенький, чем фиолетовый. Фиолетовый, наверное, сейчас ходить.
Я пока не знаю. Я пока не знаю. Саша, спасибо огромное. Вообще супер ароматы. Супер дизайн. Посмотрите, какая прелесть. Они даже по цвету чем-то похожи. Саша даже их по цвету подобрал. Саша, спасибо тебе огромное. Я вообще не знаю просто, как благодарить. Дальше. Дальше такую хочу рассказать предысторию. Я очень... Мы когда переписывались, болтали с Сашей, как-то говорила, что все ищу у Faberlic кисточку для макияжа. Нигде нет в наличии, чтобы ее заказать. Даже бегала по АП, думала, может, у кого-то, у девочек есть в наличии эта кисточка. Но ее, к сожалению, не было. Саша предложил, говорит, давай я посмотрю, если у меня есть, я тебе закажу у себя. У него тоже, к сожалению, ее не оказалось. Ну, нет и нет, как говорится, сляве. Вы знаете, каково же было мое удивление, когда я начала открывать сегодня посылку, и я увидела форму кисти, саму кисть увидела, форму этой кисточки, думаю, ну надо ж, нашел хитрюга такой, и не сказал мне, что нашел кисточку, и вот он мне ее отправил. Каково же было мое еще большее удивление, что Саша запомнил, что я хочу такую именно кисть, такой формы. Вот она такая форма скошенная. Он ее заказал для меня, прислал, но не Faberlic, девчонки, а это Oriflame. Саша, спасибо большое, это, как говорится, вдвойне приятно, что ты не забыл о моем желании, не забыл, нашел. Ну, в общем, я не знаю, нет слов. Одни эмоции. Саша, спасибо тебе огромное. Это Oriflame, Jordani Gold. С удовольствием буду использовать. Мягкая такая кисточка, очень красивая, очень приятная на ощупь. Буду с огромным удовольствием пользоваться теперь. Спасибо тебе, мой хороший. Дальше. Увидела я посылочки вот такую. Так, сейчас разверну. Саша все хорошо упаковал, чтобы нигде ничего не разбилось, не побилось. Увидела у себя в посылочке вот такую новогоднюю прелесть. К сожалению, посылка опоздала, Саш, но это ее не удешевляет ни в коем случае, не портит сюрприза, это вообще прелесть. Посмотрите, какой пингвинчик, это тарелочка. Еще все равно будет Рождество, старый Новый год, так что я в любом случае воспользуюсь с удовольствием этой тарелочкой. Да не только Рождеством, у меня подрастает одна внучечка, скоро родится вторая. Я думаю, даже в дни рождения в такие тарелочки будет очень даже приятно что-то положить, когда накрывать на стол будем для детишек. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая новогодняя тарелочка. Так что, Саш, не расстраивайся, что она не успела прям к самому Новому году. В любом случае, она произвела, конечно, эта посылочка на меня фурор. Спасибо большое. Слушайте, да тут вторая есть. Ничего себе. Саш, спасибо тебе огромное. Тут есть еще, оказывается, еще одна под. Так, сейчас вам покажу. Боже, какая красота. Посмотрите, Саша прислал еще одну такую тарелочку с моими любимыми совушками. Какая прелесть. Саша, спасибо тебе огромное. Очень красиво. Даже приятно держать в руках. На столе, конечно, это будет намного шикарнее все, интереснее выглядеть. Саша, спасибо. Такая вот прелесть. Дальше. Я как-то говорила в каких-то... И в ролике говорила, что как-то не получалось у меня купить пробники. Вот такие вот стирального порошка. Что не получается как-то приобрести, то нет в наличии. На АП тоже как-то не дали мне. Нельзя. В общем, я как-то была обделённая в этих порошках. И посмотрите, Саша мне решил прислать еще парочку таких порошков. Саша, спасибо огромное. Буду с удовольствием использовать. Действительно достойный порошок. Почему нет?
очень нравится. В паре с отбеливателем он вообще хорошо работает, мне нравится. Так что очень нужная, классная вещь. Саш, спасибо. Здорово. Вижу уже прелесть, которую я тоже хотела и ждала. Посмотрите, какую прелесть прислал мне Саша. Саша, спасибо тебе огромное. Полная неожиданность, конечно. Здорово. Вот такие вот новогодние носочки. Да даже и не только новогодние, можно и так одевать, носить. Посмотрите, вот с такой чудной лисичкой. Тут лес, лисичка. Вообще такая прелесть, приятные носочки. Это 62% хлопок, полиэстер, эластин. Ну, я люблю такие носочки, с удовольствием их ношу. Сейчас вот планирую поездку. Частный дом, прохладно в такую погоду. Поэтому, я думаю, мне такие все носочки пригодятся, и я их заберу все с собой. Спасибо огромное, Саш, классно. Вообще понравилось. Дальше. Это тоже не все. Я, честно говоря, приятно удивлена. Были в посылке. Так, как же мне показать? Были в посылочке. Вот такие блокноты. Первый блокнот — это зеркальный. Я думаю, все уже на ютубе нашумевшие блокноты, все их знают, все их любят. Я не исключение. Теперь у меня вот второй появился такой же блокнотик. Буду с удовольствием одним пользоваться, другой положу в запасики. Теперь можно будет и пользоваться, и сохранить. В общем, классно. Это зеркальные блокнотики из Фикспрайса. Они в клеточку. Я думаю, все уже знают, с резиночкой. Классно. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо, Саш, большое. Так. Так. Что-то мы не влазим. Так. На моей тарелочке. Следующий тоже не менее красивый блокнот. Посмотрите, какая прелесть. Это импрессионисты Art Note. Какие они, девчонки, действительно красивые вживую. Они на видео были очень красивые вживую. Конечно, я вот сейчас смотрю, понимаю, что, конечно, вот то, что мы смотрим в видео, это ничего не сказать о них. Вживую это, конечно, шедевр. Очень красивые блокноты. Очень мне нравятся. Саш, спасибо тебе огромное. Ну, это просто, посмотрите, какая прелесть. Шикарные. Буду с удовольствием использовать. Ну, не знаю насчет использовать. Наверное, пока в запасике спрячу к своему хомячку. И буду хранить. Классно. Такая прелесть. Следующий блокнотик, который я увидела под этим блокнотом, это моя хотелочка тоже. Саш, спасибо тебе огромное. Это моя любимая собачка. Мне так его очень хотелось. Я увидела, когда у Жанны. Жануль, привет тебе. Я прям влюбилась в эту собачку. Я, честно говоря, вот если бы у нас был фикс-прайс, я бы, наверное, штук 5 взяла. И каждый год ими бы их использовала себе. Это просто шедевр, а не блокнотик. Я обожаю собак. Все уже, наверное, знают. Вот такая вот прелесть. Я обожаю собачек. Некоторые девочки рождаются сразу принцессами. Да, как моя Марго, например. Посмотрите, какая прелесть. Девочковые тайны. Шикарный блокнот. Буду с удовольствием использовать. Честно говоря, жалко даже его использовать. Вот такой вот. Не смейтесь, это березка. Такой мимишный весь для девочки-девочки прям. Вообще классно. В ожидании курортного романа. Посмотрите, какая прелесть. Ну, класс, мамины туфли. Я думаю, что ни одна, даже взрослая женщина, не то что девочка, не пройдет мимо такого блокнота. Невозможно не порадоваться такому блокноту. Это просто вау. Саш, спасибо. Вот уж действительно удивил, угодил. Я буду с удовольствием пользоваться, с удовольствием. Так, это там, где рождаются розовые облака. Ну, вообще просто, я не знаю, мне прям слов нет.
Шикарный блокнот, шикарные картинки, такие вот иллюстрации. Ну, это вообще, конечно, блокноты прям фикс прайс, на удивление порадовал, удивил. Классно, я не знаю, мне просто слов нет. Спасибо тебе большое. Шикарный блокнот. Дальше. К этим блокнотам Саша прислал мне, посмотрите, вот такие замечательные ручки. Точнее, вот это ручки, набор автоматических шариковых ручек. Саша говорил, что я когда первый раз увидела, говорил, цветные новые какие-то ручки появились в фикс-прайсе, он говорил, они синие. Но я обожаю, когда они вот такие все цветные, мимишные, розовые, салатовые, это вот оранжевый мой любимый цвет. Я обожаю просто, неважно какие чернила, жалко, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки фикс-прайс, ну, как здесь вот, даже сама паста цветная, чтобы они писали цветным, было бы, конечно, вообще просто шикарно. Саша, спасибо огромное, буду с удовольствием пользоваться. Писать я тоже люблю, как и раскрашивать, и рисовать. Посмотрите, какая прелесть. Саша мне... Так, это маркеры декоративные с эффектом металлик для создания блестящих узоров. Я так смотрю, тут даже на кашпо можно рисовать. Посмотрите, какая прелесть. Саша, спасибо огромное. Буду раскрашивать свои раскраски. Теперь с удовольствием еще больше. Классно. Мне очень понравилось. Дальше было немножко пробничков миниатюрок. Первое, что я увидела, это вот такой вот, я не знаю, миниатюрка, пробник. Вот такой вот от доктора. Это доктор Пьер Рико пробничек. Это ночной интенсивный регенерирующий клей, крем для лица. Здесь 5 мл. Вот такая мимишка, прелесть. С удовольствием потестирую. Такого у меня не было. Спасибо, Саша, огромное. Классно. Дальше. Было, как я сказала, еще пару пробников. Первый пробничек. Вот такая вот от Yves Rocher масочка для волос с жожоба. Вот такая прелесть. С удовольствием потестирую. Сейчас сегодня собираюсь мыть голову, как раз попробую. Следующий пробничек, это у нас уже, наверное, крем для лица от Yves Rocher. Да, рич-крем. Вот такая. Все как-то смотрю на эту серию. Не решаюсь купить. И вот мне везет на пробники пока в посылках. С удовольствием использую. Следующее, это тоже Yves Rocher. Это также, наверное, серум Vegetal. Также, наверное, крем для лица. Дневной, да, уход от морщин. Для плоскости кожи, все типы кожи. Для плотности, прошу прощения, плоскости. Вот такая вот прелесть. Попробую. Саш, спасибо огромное. И вот такой. Это у нас уже Renovage. Ночной крем, мощное восстановление. От Faberlic. Я такую линейку не заказывала. Интересно, что это такое. С удовольствием использую. Саша, спасибо большое за возможность потестировать. Буду пробовать. Дальше. Был у меня в посылочке вот такой календарик. Это Faberlic. Дом Faberlic. За уже 2018 год. Ну, календарики мы любим и нужны, так что с удовольствием использую. Саша, спасибо тебе огромное. Какая же посылка без вкусняшек? Так что продолжаем худеть. Продолжаем худеть. Посмотрите, какая прелесть. Это шоколад. Такой вот интересный. Молочный с апельсином. 12 кубиков по 7 грамм. Вот такая прелесть. Я так понимаю, вот такие кубики там будут. Интересный шоколад, с удовольствием потестируем. Спасибо огромное, Сашенька. Буду пробовать. Я уже не знаю, куда мне все ставить. Дальше. Было в посылочке еще два вот таких вкусных батончика. Это шоколад. Шоколад и карамель. Тут, наверное, я так понимаю, вафелька. Вот такая прелесть. Саша, спасибо. С удовольствием будем пить чай с мужем. Также, девчонки, было еще три батончика. Сейчас покажу. Вот тоже, видимо, новая какая-то линейка. Озера или озеро. Что-то вот такое.
Я обожаю темный шоколад, я обожаю батончики вот такие. И я очень люблю розовый грейпфрут. Саш, как ты угадал, я не знаю. Обалденный шоколад. Спасибо большое, с удовольствием буду пить с чаем. Вот такой был батончик. Второй был я от Яшкина, тоже батончик. Также темный шоколад с начинкой, это у нас трюфель. Трюфель я тоже люблю. Муж тоже обожает трюфель, конфеты трюфель, поэтому не показываю. Иначе сейчас приватизируют быстренько у меня. И была, девчонки, еще одна вот такая шоколадка, тоже от Яшкина. Это также темный шоколад и грейпфрут. Но я уже не удержалась, ее слопала. Как только пришла посылка, Саша, спасибо огромное, очень вкусная шоколадка, с удовольствием использовала. Ну и, конечно же, у меня посылочки была такая вот открыточка с Новым годом, с Рождеством, с поздравлениями. Сашенька, спасибо большое. Очень приятно было получить посылку. Посылочку, открыточку, поздравления. Спасибо тебе большое. Спасибо, кто смотрел меня, спасибо, кто разделил со мной эту радость. Ставьте лайки, кому понравилось. Кто еще не знаком с замечательным человеком, с Сашенькой, проходите по ссылочке, знакомьтесь, дружите, радуйте друг друга по ссылочками. Это действительно очень трогательно, очень приятно. Саш, большое тебе человеческое спасибо. Правда, я не знаю, как еще выразить свои мысли. Многие сейчас, конечно, будут писать гадости. Скажет, совсем с ума сошла, но действительно очень приятно, очень для меня шикарная посылка, она мне дорога, потому что она от моего друга, который для меня ее собрал с такой заботой. Спасибо тебе большое, с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством, всех тоже с Новым годом, с Рождеством, всех поздравляю, счастья, любви, дружите, ребят, дружите, будьте любимы. Всего хорошего. Всем пока-пока.